Добрый день! Перед вами изделие, это робот на базе Arduino. Это незаконченное изделие, это макет действующий, находится в стадии разработки, имеет автономное питание на борту, два аккумулятора литиевых, имеет модуль Bluetooth, через который осуществляется управление, имеет MP3-плеер, динамик, имеет стабилизатор для раздельного питания сервоприводов, их 8 у робота. И управляется он с помощью Android-телефона, на телефоне установлен соответствующий софт, умеет ходить, говорить, ну, могу продемонстрировать в действии. Вот это скорость 1. У него всего 4 скорости, если посмотреть меню, то в нижней части вот здесь есть выбор скоростей. Сейчас выбрана скорость 1. Это даже не ходьба, это, так скажем, крадется робот. Видно, как тщательно он поднимает каждую конечность. Это позволяет ему забраться даже на невысокие предметы. Например, на клавиатуру ноутбука. Проходить по ней, что-то даже написать мне неразборчивое, правда. Имеется скорость, ну вот, например, самая большая скорость 4. Я опасаюсь, что он упадет, у меня стола, у меня очень мало места здесь. Есть команда сидеть. Команда сидеть от команды стоять отличается тем, что в этом случае у него обесточены двигатели. Вот можно даже сейчас понаблюдать. Я могу его конечность подвигать. То есть двигатели обесточены, и в этом режиме он потребляет мало энергии, может находиться длительное время. Ну, я сейчас включу вторую скорость, на которой он ходит медленно, но приемлемо. Эта команда стоять прошла. И есть меню говорить. В меню говорить есть набор фраз, которые он может произносить. Ну, вот, например, слово, сочетание «здравствуйте». Отлично выглядите. Привет. Как ваши дела? Ну вот слово, сочетание «до свидания». То есть там организован рандомный перебор этих фраз. Каждая фраза состоит из 5 аналогичных слов. Создает иллюзию богатого словарного запаса и позволяет роботу поддерживать даже простенькую беседу. Вот коротко об этом изделии. Оно еще, я как уже говорил, не законченное. Но тем не менее ряд функций реализован, пройден определенный путь, и в дальнейшем я предполагаю публиковать новое видео, на котором показывать дальнейший ход разработки данного изделия. Всего вам доброго!